Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Красота. Японский сад. Винтерли. Такое райское место. Действительно, как будто находишься в самой-самой сердце Азии. И все сделано настолько продумано, что, ну, глаза просто радуются. Косяки рыб, водопадики, бонсаи, дома в японском стиле. Красивые каменные дорожки. Мы, блин, в прекрасном месте. Всем советуем, рекомендуем. Отдыхайте с Викинг Туристик, нам очень нравится. Вот мы приехали в парк развлечений Вимперл. Самый крупный во Вьетнаме. Ну что во Вьетнаме? Он входит в топ мировых баз отдыха, развлечения, что-то типа Диснея, вот только это вьетнамский Вимперл. Очень здесь здорово, много различных аттракционов. Во всем хочется поучаствовать. Еще нас ждет и океанариум, и дельфины, и много-много всего интересного. Так что отдыхается нам очень здорово. Заказывали тур здесь. Викинг Туристик. Всем рекомендуем. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Сливаю. Я выбралась. Не каждый раз удачно такое бывает. Сейчас я туда. После долгих солнечных дней наконец-то первое пасмурное, чему мы очень рады. Завтра поедем туда. Ночью была вся Вот мы находимся на башнях Фонагар, или как их тут называют, еще Чамские башни. Вот. Очень зрелищная экскурсия, много всего интересного, красивого. Архитектура, конечно, неповторима. Вот. Башням более 1000 лет. Интересно здесь побывать, при том, что, чтобы ее посетить, опять же, достаточно сесть на любой автобус. Вот. Спасибо, Викинг Туристик. Каменный сад Хонгчуй. Все как и обещали. Камни, цветы, деревья, вкусная еда, красивое море, много мест пофоткаться. Очень хорошо отдыхаем с Викинг Туристик. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.